начала года на территории республики произошло 36 пожаров. В них погибли 14 человек. Очередное огненное ЧП произошло в деревне Нижней Панклеи Маргаушского района. Погибла хозяйка жилья, ее 40-летний сын и соседка. Основными причинами пожаров на территории Чувашской республики является нарушение правил устройства эксплуатации печей, электрооборудования. Стоит холодная погода. Жители начинают активно пользоваться печами, топить свое жилье. Необходимо следить за состоянием печей и электрооборудования дымоходов в своем жилье. Необходимо напоминать детям о том, что пожарную охрану можно вызвать по номерам телефонов 01, 101 и на единый номер телефона 112.